Прокуратура США требует приговорить к существенному сроку заключения Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа. Речь идет о скандале вокруг порноактрисы, обвинявшей Трампа в домогательствах. Коэн, по данным следствия, выплачивал ей отступные. В то же время юрист, по мнению обвинения, заслуживает и некоторого снисхождения за сотрудничество с комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое вмешательство России в предвыборную кампанию в США. Коэн, как отмечается, сообщил ранее неизвестные факты. Эта информация содержится в судебных документах, опубликованных накануне. Ранее сам Майкл Коэн признал, что давал Конгрессу ложные показания о своих контактах с Россией. Речь идет о проекте, который, по мнению комиссии, мог принести Трампу сотни миллионов долларов из российских источников. В то же время следствие обвиняет и бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в даче ложных показаний о своих контактах с представителями российской администрации и разведки. При этом и Дональд Трамп, и российское руководство отрицают обвинения во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию. Глава Белого дома заявляет, что спецкомиссия пытается через его помощников подобраться к нему самому, причем не только как к политику, но и как к бизнесмену.